Итак, ребят, знакомьтесь, это наш директор мистер Стинки, а это наша библиотекарша мистер Бис. И знаете, что они сделали? Они назвали меня самым большим нубом. Это что за фигня? Мне надо срочно отсюда бежать. Мяу-мяу, бой, с вами Димон, и сегодня мы будем убегать от мистера Стинки. Да, это очередное обе про школу, и надеюсь, оно не похоже на мою школу. Ладно, выбираем, трудно, и погнали. Здорово, здравствуйте, здравствуйте, вот, смотри, как вас? На доске написано Biggest Noob. Почему они мою картинку сюда поставили? Да я тоже вижу, что тут написано, что ты самый главный нуб. Ты чё, алё? Чё за пипец? Тут 1+1=3. Не, ну а чё, правильно же ответил, а чё такого? О, смотри, это мистер Стинки в детстве, когда он только в школу ходил. Смотри, это что за школа такая, в которой решетки на дверях, это чё, ты посмотри. Это походу, знаешь, это походу только, на самом деле, это специальный камуфляж. На самом деле, это тюремная камера, и мы здесь опять и найдём Барри. О май гад, всё, валим отсюда, срочно. Нам всё ещё показывает стрелка, чтобы нажать на тревогу пожара. Погнали! Пожарная сигнализация, так. Пошли. Побежали, побежали, побежали. Так, мистер Стинки. За нами этот мистер Стинки, наверное, побежит. Смотри, тут какие кубки. Воу, это за что, надеюсь, интересно, кубки, да? Не знаю, может быть, это говядина. О, это его сопли? Фу, хорош. Вон он, мистер Стинки! Hello, мистер Стинки! Стинки, это же вроде такой, липкий и все такое. Стинки, это вонючка. Вообще-то он прям за мной идет, блин. Ё-моё. Он прям за мной идет тоже. Так, нам надо на лестницу. Так, ты его уже поймал? Этот Ким Чен Ын тут уже успел свалиться на лестнице. Блин, я хочу посмотреть, как меня уведут мистер Стинки. Вон он, ходит по своим же соплям. Давай, отшлёпай меня линейкой. Так, давай. Он мне задубасил линейкой, на меня посмотрел такой. Так, давай, давай. До лестницы, до лестницы и... Все, этот Ким Чен Ын опять упал. Мистер Стинки пройден. И что, мы, получается, прошли все обе, что ли? Да, ура! Финиш, миссион аккомплит. Да ладно. Подожди, я в соплю его упал. Он тут храпит. Знаешь, что я тебе хочу сказать? Я тебе хочу сказать, что там не зря было написано, что ты самый большой нуб в этой школе. Ну, зато тут не зря написано то, что ты молочник. Так, куда мы попадаем? Воу, это тебе там, это ты там, да? Опа, опа. Два biggest нуба. Это твоя там фотография, да, селфи? Это я с утра пока еще не умылся, я так выгляжу. А потом, когда умоешься, вообще просто модель, да? Да, конечно. Так. Прыгает, там какие-то лазеры снизу. Вот он. Он, этот глаз за мной следит его. Прикольно, учит за стрелки. Где, какие стрелки? Вот стрелки. О, ты не толкайся, ты меня сейчас столкнешь куда-нибудь не туда. Смотри, там снизу это. Знаешь, когда там берут телефон, раздавливают внутри этих штук. Ты видел, я на тебе пропрыгал. Не, у меня как-то лаганулось, я не увидел. Я у тебя на голове. Я у тебя на голове пропрыгал, класс. Тут, короче, надо нажать кнопку. Так, что-то открылось. Что-то открылось. Нет, ничего не открыл. Да, блин, не мешайся мне. Вот реально на полу эти штуки, когда берут там айфон или спички, и вот так давят в эти штуки. Тебя там уже раздавило? Меня раздавило вместо айфона. Меня тоже раздавило. Ну, хорошо, что кнопки сохраняются, так? Да ё-моё! Ты чё, опять biggest noob, что ли? Я уже вторую кнопку нажал. Камон, алё, ты чё там тупишь? Я не такой biggest, как твоя корова на спине. И ты опять умер. Так. Добила, отлично, добила. Открылась дверь. Я думала, она будет как-то поэпичнее открываться. Знаешь, там туман пойдет, тут такая вжж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 ж
две кнопки силы. О, это что-то из «Звездных войн», по-моему. Вот это что-то из «Звездных войн». Тут нужно это касаться. Я твой отец. Посмотри вверх. Ай-яй-яй-яй. Ай, ненавижу лазеры, ненавижу лазеры. Я думал, мы просто полетим, и все, что за... Ау. Что за параллелепипеда нам тут устроили? Нет, тебя еще не убило, я вижу. Гипотенузы. Блин, не, геометрия не мое. Ае. Смотри, мистер Бист, вон там. А, в натуре. А, библиотекарша мистер Бист. Как вам такое? Так. Просто мы не успели придумать название перед роликом, поэтому решили использовать мистер Бист. Если что, мистер Бист, sorry. В каждом обе обязательно есть капканы, а тут смотри, они сделали капканы. Блин, я умер. Они сделали капканы в виде книг. Это уже как-то необычно и оригинально. Пока я это жду, я хочу посмотреть, как это происходит. Ну-ка, зацени-ка. Прикольно. Кстати, пока мы там ждем папу, вы не забыли то, что у нас есть мерч? Да, вы можете приобрести себе футболки, худи и даже чехлы для телефона. Но самое крутое, то что за мерч мы можем добавить вас, друзья, в Роблоксе. Заходите на сайт meowmerch.ru, все ссылки есть в описании. Ну а вот и пришел папа. Кстати, ребят, еще поставьте лайк и подпишитесь на канал, если не хотите, чтобы вас сожрала вот эта вот книга капкан. Блин, я не хочу, чтобы она меня сожрала, но я вот в этом месте просто завис, Димон, я не знаю, что делать, у меня не получается. А вот я смотри, вот так, опа, опа.
О, аллилуйя, все. Да ё! У меня пробел глючный. О, ты зацени, вот эта библиотека, вот эта библиотека, просто библиотека слизи. Да, я, конечно, представила то, что это нам учитель... А чё? Я думала, там можно было пройти по этой штуке, она оказывается, ну, клипная. А откуда столько зеленой слизи, представляешь? Это, наверное, у нее из носа все это выкачивается. Слушай, а вот ты представь, если вот каждая библиотека в школах выглядела бы вот так. Я бы в такую библиотеку захаживал каждый день. Я ты обожаю. Чё, мне эту сломал? Обожаю такие препятствия. Ну ничего, ты же прошел, что ты жалуешься? Это зря жалуешься. Ты их обожаешь только когда мне напакостишь. А вот когда вот я тебе что-то делаю, ты их не любишь. Ее зовут Лариса, оказывается. Лариса? А что за... Либрариан. А что? Она у меня не туда стреляет, моя пушка. Она у меня стреляет не в ту сторону. Сделай от первого лица. Я стреляю вперед, она у меня назад стреляет. Сделай от первого лица, надо мышкой наводить. Это Лариса Либрариан. Лариса Либрариан. Так, всем Ларисам сорян. Всем Ларисам сорян, мы не хотим никого обидеть. Это так называется в игре. Что, он когда умерла, она рыгнула. Прикол, вот это Лариса Либрариан. Стой, лови маслину. Кушпек, ты обращаешь МП? Есть много народов в России, есть еще один Либрариан, народ новый. А, да-да-да-да-да, точно. Так, это что за арматуры? Так, арматуры нам походу... Я ее взять могу! Да ты че? О, крутяк. Сейчас я себе мост тут сделаю. А, надо мост построить, я понял. А ты зря пошел, тебе еще трубы понадобятся. Это наш вот этот... Бридж Конструктор или как-то там игра? Портал Бридж Конструктор. Помнишь, ты в нее рубился? Да. Нужно построить себе дорогу, короче. Да, вот когда я делал уроки в пятом классе, всегда там какой-нибудь длинный, он всегда вот просто вот сидел, и вот как специально рубился в этот портал, мне тоже хотелось в него поиграть. Как специально вот, соблазнял меня. Но папе эта игра очень нравилась. Так что вот в Роблоксе даже есть твои любимые игры. Да, ты понимаешь, что тебе нужно дальше все строить и строить и строить. Строить? Да-да, отойди, ты что там встал, блин? Все. Так, ну там я перепрыгнул, мне надо еще одну. Кстати, смотри, тут арматур-то не так уж и много, поэтому надо ими экономно пользоваться. Это новое ограбление, мотите это, если что, вот вам на заметочку. Да. Ну все, я тебе что хочу сказать, да что я построил. Давай. А то ты будешь самым большим нубом. Я не толстый. Я прошел вот этот бридж-конструктор. Это что за лифт? Это лифт. Поехали. Лифтинг-симулятор. И куда-то мы опять в подземелье. Какое обе без подземелья? Такого просто не бывает. Какая школа без подземелья, знаешь? Я не удивлюсь, если когда-нибудь у нас под школой найдут тоже подземелье с лазерами. Я буду там профессионалом. Там ты точно уже выживешь, да? Да. Ау! Чё за лаги? Чё за... Ты там умер? Да. Слушай, а ты бы, если бы тебе заплатили хорошую сумму, ты поменял свой скин бы не на корову, а на свинью? Конечно, легко вообще. Если бы я тебе 1000 заплатил, 1000. Ну, 1000 это не хорошие деньги, так что нет. Ты все-таки хочешь оставить молочника вместо сала? Да. Ты же любишь сало. Смотри, там консерва огромная, утонула. Консерва, и походу там чувак обожрался, какой-то нубик обожался бобов, и он умер. Обожрался, уснул, и его затопило. Очень трагичная смерть. Очень... Воу. Я умер. Прыгаем. И последний. Так, хоть бы я допрыгну. Уй! Nope. Да йоу, как, почему? Короче, у нас сегодня видео Димон Нуб. Реально, не зря там было написано, что Димон Нуб. Рыжий кот Нуб. Меня снесло этой штукой. Ну, знаешь, профессионалу хоть один раз можно побыть нубом. Ну да, профессионал, давай. Так. Ну так я скажу, ты вспомни все остальные твои обе, которые ты проходил там раз по 1500 попыток. Хорошо, давай. Карандаши. Зачем карандаши? Так, карандаши это ластики. Йо! Кстати, интересно, а у нас ноги не сотрутся, когда мы будем по ним ходить? Ну что, камон, мистер Нуб, я тебя жду уже. Так, это коронавирус какой-то. Коронавирус в натуре туда прилип. Фу-фу-фу-фу-фу. Так. Тут даже лестница из карандашей, что за нафиг? Ну как, это же школа, библиотека, библиотекари всегда используют карандаши. Если бы это была библиотека, то здесь должна была быть лестница из книг. А, ну да, что-то я тупанул. Воу, капец, смотри, это... О, спидран! Капец, там статуя стоит. Это новый спидран 5, да? Да, это спидран 4, нет, ты не прав. Нет, еще спидран 4 уже есть. А, ну тогда спидран 8, хорошо, давай. Это серф из CSGO. Смотри, там, блин, красные эти не задевай.
Я не задеваю, я их вижу. Я не слепой. Я опять впереди. Это мне очень льстит. Здравствуйте. Опять. Это нам кубок? Это мне! Это мне! Да это мне же, ты чё? Это мне! Это мой кубок. Кто первый набежит, тот и... Я первый! Я взял. Так это не просто... Мега-робот 9000. Пипец, он чем-то... Он какой-то красной жижей настреляется. Офигеть. Это был Мистер Бист, а это PewDiePie уже теперь, да? Это вообще монстрюга просто. Это T-Series. Он покрыт какой-то защитной, по-моему, защитной какой-то металлической оберткой. Это мега-робот 9000. Я его победил. Ничего, он прыгает. Ты уже его убил? Да, я его уже убил. Ну и когда я верну этот нубасик? Да машина! Это мой спорткар. Это моя Лада Приора. Honda Civic. Лада, поехали. Подожди меня. Ты что сделал? Ты две машины забрал, а как же я? А ты пешком беги. Нубасик, Натя, лови маслину. Оно у меня летает, оно у меня парит. Тут огромная моя статуя. Ура! Мне статую посвятили. И тут мистер Стинки стоит. Знаешь, какой я получил бейджик? Hard Mode Best Time. Лучшее время. Да, наверное, там не зря стояла фотография, то, что я нубасик. Потому что я реально играл сейчас просто как новичок. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. И всем пока!